Набор мирных ложек мульти. Состоит набор из 4 предметов. Ручка и 3 насадки разного диаметра. В ручке есть специальные приспособления для работы механизма и отверстия для вставления ложек. Длина ручки 15 см, ширина 17 см. Размер маленькой ложечки. Диаметр 3,5 см, объем 15 мл. Средняя ложка имеет диаметр 4,5 см. Объем ее 30 мл. У самой большой ложки диаметр 5,5 см, объем 55 мл. На основании каждой ложки указан объем, это удобно. Собрать ложку легко и просто. Зажмите на ручке механизм и совместите выступ на ложке с отверстием на ручке. Ложка собрана. Для введения механизма в действие необходимо нажать устройство на ручке, и механизм легко двигается. Для разборки ложки необходимо зажать приспособление на ручке, нажать на кнопку и достать ручку. Используйте маленькую ложку для приготовления мясных и рыбных шариков, для приготовления супа и для сервировки детского стола из салатов и гарниров. Это очень удобно и празднично. Среднюю ложку можно использовать для приготовления тефтелей и ежиков, а также красивая подача пюре и риса. Большую ложку используйте для формирования овощных и фруктовых салатов в корзиночке либо в вафельные рожки. Еще один способ применения мерных ложек мульти. Убираем внутреннюю часть, и мерные ложки можно использовать для арбуза, дыни, тыквы, кабачка и красивых шариков из мороженого. Собирается механизм легко. Вставляете в отверстие, закрепляете и соединяете ложку с ручкой. Вот так, очень легко. Мерные ложки мульти позволят вам создавать шедевры на вашей кухне и удивлять своих родных и близких.